На открытии памятника пригласили юных футболистов и ветеранов самого народного вида спорта. Также торжественный момент со спортсменами разделили глава Сочи Анатолий Пахомов и член Совета Федерации от Краснодарского края, почетный гражданин города Виталий Игнатенко. А право открыть памятник предоставили сочинским юным футболистам. Сегодня, благодаря нашим жителям, которые неравнодушны к спорту, неравнодушны к памяти, вот нашим знаменитым спортсменам поставлен памятник. Это серьезное событие. Я уверен в том, что это еще шаг вперед к здоровому образу жизни. Шаг вперед к тому, чтобы каждый наш ребенок выбирал для себя спорт и становился счастливым. Это очень важное событие. Мы еще раз вернулись к истории нашего города. И эта история, конечно, творилась личностями, большими людьми, один из которых был Слава Митревели. Слава Митревели – один из самых прославленных российских футболистов. Чемпион Европы 1960 года и призер чемпионата мира 1966. А свою футбольную карьеру он начал в Сочи, играл за адлерскую юношескую команду «Труд». После окончания карьеры работал тренером. Бюст Славы Митревели установили возле центрального стадиона, который носит его имя.